Осталось узнать правила игры. Мир управляется вертикально. Каждый играет в эту игру. Правдунья, она же тропа. Правила просты. Или играешь ты, или играем в тобой. Чтобы осуществлять управление, тебе нужно знать ключи доступа к объектам обращения. Разница в том, что есть объекты обращения, которые невидимы, и объекты исполнения, которые видны. Объектом исполнения может быть каждый человек. Особенно тот, кто не знает об этой игре. Они не подозревают. Четыре управляющие системы. Война, долг, смерть и плен. Это то, что ты должен для начала знать. Далее тебе нужно знать, к кому обратиться.